Всем привет! Сегодня на повестке дня Veracruz, этот маленький медвежонок от Hyundai, AX55 в Европе называется который. И повестка дня — это проблема с отсутствием звука. Звука, конечно же, от стереосистемы, а не от какого-то другого звука. А вот почему я сижу в багажнике, вы узнаете, если досмотрите до конца. Три. Начал? Да. А, ну пауза кончилась, короче, поехали дальше. Теперь я на том месте, где должен сидеть. В общем, так, бывают такие случаи, когда пропадает звук на этой стереосистеме. Она достаточно интересная, вроде как много динамиков и все дела такие. Ну, неплохая. Но информации о верокрузах мало, поэтому как бы приходится копать самому. Случаи, когда нажата кнопка мута, то есть отключен звук просто, я даже рассказывать не буду, это, по-моему, надо проверить в первую очередь. Возможно, может слететь там прошивка или еще что-то в навигаторе, ну, в смысле, в штатной системе. Эти тоже все ясные проблемы. Давайте рассмотрим сегодня предохранители, с чем я столкнулся, собственно. Вводим паузу. Так, блок предохранителей, один из них, находится под водительским, получается, под рулем, перед водительским сиденьем. Вот он. Здесь особо ничего интересного нету, здесь написано все почти по-русски. Кроме того, что вот эти предохранители, предохранители памяти, которые как бы тоже относятся к аудиосистеме. Если у вас не горит монитор, но вроде кнопочки подсвечиваются при включенном свете фар, значит, вот, скорее всего, сгорел вот этот предохранитель. Вытаскивается он достаточно интересно. Надо сжать вот этот пластиковый корпус с двумя предохранителями, вынуть его, потом вынуть сам предохранитель и заменить его. Дальше, аудио 2 предохранитель, вот она, десятка. Ой, не помню даже, на что он влияет. По-моему, вообще ничего не будет без него. Так, едем дальше. А дальше ехать некуда, потому что вроде по аудио, казалось бы, все предохранители здесь. Если это не помогло, ну, как бы, проблему дальше решать приходится сложнее. Не буду сразу раскрывать секреты еще одного предохранителя, а вот покажу, где находится усилитель системы. Вот он находится вот здесь под обшивкой, в левом заднем крыле. Многие его ищут. И, кстати, как бы по логике, следующая мысль, если нет звука, что сгорел предохранитель на этом усилителе. Но собака, его там нету. Вот. Как бы вот здесь вот тоже мог быть он, но его там нету, поверьте мне на слово. Под крышкой усилителя тоже нет предохранителя, есть только один защитный диод. В данном случае он был ни при чем. Чтобы добраться до этого усилителя, придется снять вот здесь вот бокс. Бокс снимается вместе с вот этой защитной планкой. Здесь раз, два, три, по-моему. 4-5 болтиков. Вот такого типа болтики, ну, крепления, под ними болтики. Достаточно отвертки вот так поддеть. И крепление отщелкивается. Под ним видим болтик, шурупчик под отвертку. Здесь все дальше на клипсах. Чтобы достать их, надо будет снять уплотнитель частично. Достаточно вот буквально вот часть отсоединить, и появится доступ к усилителю. Усилитель стоит вон там. Он. Крепление сейчас я покажу. Вот здесь вот получается вентиляция стоит, ее тоже придется снять. Через вентиляцию мы получаем доступ к нижнему болту, правому болту, а через верх мы получаем доступ вот сюда, к левому болту. Усилитель стоит вот так вот. Здесь гаечка, здесь два болта. В принципе, если изловчиться вот таким ключиком, можно все это открутить. Здесь просто два разъема. Это для тех, кому все-таки придется снимать усилитель. Возможно, он сгорел. Кстати, их меняют, я читал. То есть не вечная вещь. Так, если это вам не помогло,
Покажу сейчас секретный предохранитель. Те, кто досмотрел это видео до конца, будут все-таки приятно удивлены. Так, под капотом все знают вот этот блок предохранителей, под которым предохранители и реле находятся. Также описание, все нормально, но здесь его нету. Как оказалось, у Веракруза есть еще вот здесь вот блок предохранителей. И здесь, вот здесь должна быть тридцаточка. Как раз эта тридцатка отвечает за звук почему-то. Хотя здесь, в принципе, ну, блин, релюшки, стопс какие-то, трейлер, фильтр. Ну, то есть совсем не похожие на такие вещи, как акустическая система, климат-контроль. Но этот предохранитель оказался здесь. Если он сгорит, не будет звука. Просто не будет тупо звука в машине. Все, надеюсь, кто досмотрел и проверил этот предохранитель, будут благодарны и поставят лайк там какой-нибудь. Десятка это просто так, потому что не было тридцатки пока. Как выяснилось, Веракруз-то не особо распространенная машина, ну, то есть 55-й, опять же, повторюсь. Поэтому информации в интернете очень мало, и, собственно, поэтому я вам советую там внизу подписаться на мой канал, потому что в скором времени будет, ну, достаточно видео про обслуживание, там, мелкий ремонт своими силами. Все-таки сейчас машины 2012 года уже переходят на вторичный рынок, где покупатели, ну, не такие богатые, не могут просто выкидывать деньги на официальный сервис, в котором, кстати, по отзывам тоже не очень делают. Так что, еще раз говорю, подписывайтесь, ставьте лайк, если пригодилось, понравилось, ну и делитесь с друзьями, соклубниками. Всем пока, до новых встреч!